Всем привет, дорогие подписчики! И кто не подписан, обязательно подписываемся. В этом ролике я вам покажу и расскажу, как разобрать или как распознать почки с грушей и с листьями. Есть две почки. Перед тем, как начнем, усаживайтесь поудобней и погнали. Итак, поехали. Вот две ветки у меня на ладони. Какое из этих двоих веток почки с грушей? Первая сверху тонкая или толстая? Пишем в комментарии. Мое мнение, вот эта вот толстая, это почка уже груши. Она будет цвести и давать почку с грушей. Тут их раз, два, три, четыре. С каждой почки приблизительно по 4-5 груш дает. Эти груши с сортом Санта-Мария очень большие, вкусные, сочные. А как я знаю, вот эти вот тонкие игольчатые цветочки, это листья. Здесь не будет цветочка. Это будут именно листья. Это тут не ждите груши. Это мое мнение. Не знаю, какое ваше мнение, но здесь вот эта вот груша будет по-любому сочная, крупная. Здесь вы видите, какие они толстые, большие, не острые. Вот на этой, видите, они толстые. Если правильно, доступно объяснил, пишем в комментарии ваше мнение. Всем пока. Увидимся в следующем ролике.